Всем привет, это Боб, и сегодня я покажу вам простую, но весьма полезную функцию под названием ЧОП. Я думаю, больше всего она придется по вкусу всем молодым трэп-продюсерам, хотя область применения практически безгранична. Итак, вот у меня есть небольшой кусочек, который я начал сегодня делать. Давайте послушаем. Обратите внимание на партию хэтов. Пока что хэты тупо отбивают каждую долю и звучат не очень впечатляюще. Давайте немного добавим им свэга и почопаем их. Для начала нам нужно послать партию хэтов в пианоролл. Далее выбираем участок, который будем чопать, то есть резать на части, и нажимаем волшебную комбинацию Alt-U. Либо заходим в меню и здесь выбираем чоп. А вот главная ручка, она регулирует количество кусочков, на которые мы будем разбивать выделенные фрагменты. Также мы можем, например, сгруппировать ноты. Я обычно эту функцию выключаю, потому что часто требуется удалить некоторые части получившейся сбивки. Давайте тогда поработаем над хэтами и попробуем с помощью функции chop создать из них более интересную структуру. Кстати, имеется также упрощенная версия чопа, это quick chop, которая режет ноты по сетке. Давайте послушаем, что у нас получилось. У нас есть отличная партия хэтов, но, как говорится, не хэтом единым сыт человек. Нам очень не хватает мелодии в этом треке. В принципе, в этом случае нам тоже может пригодиться функция chop. У нас есть вот такой вот синт. Я поставил ноту, ту же ноту, которую у нас играет бас. И давайте зайдем в функцию chop и зайдем в режим паттернов. Здесь мы можем выбрать всяческие паттерны разнообразные. То есть это как ритмические структуры, так и могут быть прям какие-то мелодии или даже последовательности аккордов. Вот, давайте посмотрим, что за паттерны тут имеются, и выберем что-нибудь более-менее подходящее. Понравился вот этот паттерн. Давайте еще его скопируем и под конец сдвинем все на полтона выше. Конечно, приятнее самому создавать свои грувы и мелодии, в чем мы вам с радостью поможем, но все равно чоп довольно интересный инструмент, с которым можно поработать и потыкать вот эти паттерны. Иногда попадаются очень интересные фишки, мелодии, и можно как бы почерпнуть немного вдохновения из этого всего. Что ж, давайте послушаем, что у нас получилось в итоге. Вот, и что мы добились с помощью всего лишь одной функции чоппинга. С вами был Боб, школа электронной музыки «Трамплин». Чопайте на здоровье!